Всем привет! Вы на канале Час Ремонта, и в этом видео я расскажу вам о лучших электролопатах для уборки снега. В данный топ я включил 7 популярных моделей электролопат, работающих как от сети, так и от аккумулятора, и сейчас поведаю вам об их особенностях. Ну а если вы захотите узнать их стоимость, то сделать это можно будет на специализированных сайтах, ссылки на которые я оставлю в описании. Итак, не будем тратить время зря, устраивайтесь поудобнее, не забывайте про лайки и комментарии, а я начинаю. Открывает наш топ Hyundai S500. Этот электрический снегоуборщик оснащен мощным двигателем и обеспечивает ширину захвата в 46 сантиметров, с высотой захвата 33 сантиметра, что позволяет ему быстро и эффективно очищать участки большой площади. Среди особенностей данной модели стоит отметить небольшой вес, колеса увеличенного диаметра и широкую рукоять, обеспечивающую удобство пользования. Также стоит отметить, что в этом снегоуборщике предусмотрена система изменения направления выброса снега до 180 градусов, а его дефлектор для регулировки дальности выброса может наклоняться на угол до 70 градусов. Помимо этого, снегоуборщик может похвастаться тем, что в нем установлен резиновый шнек, позволяющий убирать снег до основания, поэтому он идеально подходит для уборки снега на брусчатке. А еще он может похвастаться возможностью регулировки угла наклона ручки управления, защитой от перегрузки и морозостойким полимерным корпусом, который позволит работать даже при низких температурах вплоть до минус 50 градусов по Цельсию. Ну а благодаря наличию яркой LED-фары таким снегоуборщиком можно будет пользоваться даже в темное время суток. Следующий герой нашего топа – Cybertech ESB2000. Это компактный и легкий снегоуборщик, работающий от сети, который оснащен двигателем мощностью 2 кВт. Он хорошо справляется с уборкой легкого, не слежавшегося снега на территориях небольших площадок, гаражей, автомобильных парковок, дорог, дорожек, тротуаров и иных открытых ровных твердых поверхностей. За счет большого ковша шириной 46 и высотой 31 см он обеспечивает высокую производительность, поэтому уборка снега с ним не займет много времени. Также стоит отметить, что максимальная дальность выброса снега у него достигает 9 метров, и направление выброса у него можно регулировать. Из других особенностей этого устройства стоит отметить долговечный шнек, выполненный из армированной резины, и большие колеса, обеспечивающие маневренность и удобство уборки. Ну а благодаря небольшому весу, компактным размерам и складывающейся ручке, его будет удобно хранить и перемещать с места на место. Продолжает наш топ Hütter SGC2000E. В этом устройстве установлен 2-киловаттный двигатель, обеспечивающий высокую производительность, а также примечательный тихой работой и минимальным уровнем вибраций. Ширина захвата снега у такой электролопаты составляет 50 сантиметров, что способствует более быстрой уборке территории. Ну а за счет регулируемого по направлению и углу желоба для выброса снега устройство позволит отбрасывать снег на дистанцию от 3 до 7 метров и на 360 градусов вокруг. Из других особенностей этой модели стоит отметить эргономичную рукоятку, которая обеспечивает максимальный комфорт работы оператора, и большие колеса, обеспечивающие маневренность. Также стоит отметить, что вес устройства составляет всего 12 кг, поэтому пользоваться им будет удобно любому человеку. Ну а благодаря компактным размерам он не займет много места при хранении. Далее в нашем топе лучших электролопат идет Champion STI-1650. Устройство работает от сети и может похвастаться двигателем мощностью 1,6 кВт и большим ковшом шириной 50 и высотой 33 см. Оно быстро и эффективно собирает снег с ровных поверхностей и позволяет легко контролировать дальность и угол выброса снега. Среди особенностей этой электролопаты стоит отметить резиновые элементы шнека, что обеспечивает бережную уборку снега с различных покрытий. Также стоит отметить, что все подвижные части защищены надежным кожухом, гарантирующим безопасность при использовании инструмента. Помимо этого, он примечателен большими колесами с рельефным покрытием, обеспечивающими хорошую маневренность, а также небольшим весом, компактными размерами и складной ручкой. Так что хранить и пользоваться такой электролопатой будет удобно. Те, кто уже приобрели себе такую помощницу в уборке снега, отзываются о ней крайне положительно, отмечая удобство пользования, большую дальность выброса и то, что она хорошо справляется с неспрессованным снегом.
услугам. Так что могу смело рекомендовать ее к покупке. Ну а посмотреть актуальные цены на эту электролопату, а также на других участников нашего топа, как я уже говорил, вы можете на специализированных сайтах, ссылки на которые я оставлю в описании. Если вы в поиске аккумуляторной электролопаты, то я бы порекомендовал обратить внимание на Greenworks GD40ST. Она может работать от аккумуляторных батарей производителя емкостью 2 или 4 ампер-часа, которые обеспечивают ей 10 или 20 минут функционирования соответственно. Кстати, эти батареи совместимы со многими другими устройствами Greenworks, что по достоинству оценят владельцы различного электроинструмента от данного производителя. Что же касается особенностей самой электролопаты, то она может похвастаться надежным бесщеточным двигателем серии Digi Pro, который равен по мощности бензиновым аналогам, при этом полностью экологичен, имеет высокий крутящий момент, низкий уровень шума и вибраций, а также легок в использовании, а именно не требует подготовки масло-бензиновой смеси и какого-либо обслуживания. Кроме того, она примечательна большим ковшом шириной 51 см и шнеком, который выполнен из специального мягкого, но прочного пластика, чтобы не царапать и не повреждать декоративные покрытия. Из других особенностей этой электролопаты стоит отметить дальность отбрасывания снега на 6 метров, возможность регулировать угол выброса, а также колеса диаметром 17 сантиметров и небольшой вес, за счет чего обеспечивается удобство управления. А еще она имеет яркий светодиодный фонарь, поэтому такой электролопатой будет удобно пользоваться даже в темное время суток. Далее в нашем топе идет еще одна представительница компании Greenworks – аккумуляторная электролопата GD40SS. Она тоже работает от аккумуляторных батарей производителя емкостью 4 ампер-часа, которые могут быть использованы и со многими другими устройствами компании. Также она может похвастаться надежным бесщеточным двигателем, а дальность выброса снега у нее достигает 6 метров. Ковш у этой электролопаты небольшой, он позволяет захватывать снег на ширину 30 сантиметров и высоту 10 сантиметров. Так что такая электролопата подойдет для уборки небольших территорий. Зато она очень легкая, весит меньше 10 килограмм, так что пользоваться ей будет удобно. Из других ее особенностей хотелось бы отметить систему защиты от случайного включения и шнек из армированного пластика, не повреждающий декоративные покрытия. А еще она имеет складную ручку, да и сама очень компактная, поэтому не займет много места при хранении. Завершает наш топ Carver STE1333. Это компактная электролопата, работающая от сети, рассчитанная на уборку небольших территорий. Она оснащена надежным электродвигателем и ковшом шириной 33 и высотой 15 см. Обеспечивает дальность выброса снега до 6 метров, а также имеет одноступенчатый шнек, который хорошо сгребает снег. Из особенностей модели стоит отметить компактные размеры и небольшой вес, поэтому работать с ней будет удобно любому пользователю. Владельцы отзываются о ней в основном положительно, отмечая хорошее соотношение цены и качества, а также ее эффективность. Так что могу смело рекомендовать данную электролопату к покупке. На этом у меня все. Спасибо, что смотрели ролик до конца. Ставьте лайк, если он вам понравился. Пишите комментарии и переходите по ссылкам в описании, если вас заинтересовала цена на какую-нибудь из участниц топа. Ну а чтобы всегда быть в курсе выхода новых видео, не забудьте подписаться и нажать на колокольчик. Всем спасибо за просмотр и до новых встреч на канале «Час ремонта».